Здравствуйте, сегодня снова опять с вами я, Данил Букреев. И вот пришла очередная посылка из Китая, с Алиэкспресс. Это кошелек, это женский кошелек. Ну, соответственно, заказывал я его не для себя. Ну, давайте посмотрим его качество и, в принципе, рассмотрим этот товар. Пакует, как всегда, хорошо. Кстати, пришел довольно быстро. Всегда эти посылки не очень хорошо получается открывать аккуратно. Лучше бы я взял ножницы. А то так, разрываю посылку. Кошелек женский. Запакован хорошо. Вот, разворачиваем. Куча целлофана, скотча. Как всегда. Ну, какая разница, разорвем упаковку аккуратненько. Вот такой кошелек, наверное, на Алиэкспресс его все видели. Чуть-чуть здесь помялся, но это, я думаю, он выровняется. Ну, я пока не буду сдирать целлофан. Отдам уже клиенту его в таком виде. Вот такой кошелек. Вот такого вида, то есть... Это съемный для монет кармашек, да, то есть его можно в случае чего отстегнуть. Внутри он розовый, снаружи синего цвета. Ну, я даже не знаю, что это за материал, такой мне тяжело сказать. Ну, точно не кожзам, ну, какой-то синтетический материал. Кошелек, два отдела больших, в принципе, купюры влезет в любые. Отдел для того, чтобы положить какие-либо документы, отдел для карточек и съемный отдел для монеток. То есть кошелек можно сделать потоньше таким образом. То есть если вам, в принципе, мелочь не нужно с собой носить, можно вот таким его сделать по виду. В принципе, он недорогой, я думаю, что своей цены он, так сказать, достоин. Ну, в принципе, вещь, я думаю, неплохая, и за такие деньги, да, он достойно выглядит. Какое-то пятнышко, но я думаю, это вытрется. Ну, в принципе, все. Посылка небольшая. Впереди еще куча много посылок и полезного видео на моем канале. Скоро мы с вами обсудим Taobao и сравним его с AliExpress. В общем, подписывайтесь на мой канал. До новых видео. До нового общения. До следующих посылок.